берете этот внутренний клип, сразу практически делаете перекладку и примерно по центру трассы здесь двигаетесь. Не надо жаться сразу. Привет, гоночные! Мы находимся на Красном кольце. Сегодня замечательная погода, и у нас сегодня первый дрифтовый день на Красном кольце. Мы поехали на своей тренировочной машине, чтобы оставаться в форме. Позанимались несколько дней со своим споттером и тренером Романом Курковским. Мы поездили задания, расставили клипы, очень хорошо поработали. Так как у меня есть некоторые проблемы в GP и охота усовершенствовать свой уровень, мы решили потренироваться. Машина у нас стоковый морчок, 280 сил на 154 коробке, все обычно, но для обучения это самый идеальный вариант. Заливаешь бензин, надеваешь пару покрышек и катаешься целый день, пока не устанешь сам и не будешь выжимать футболочку. Сейчас, соответственно, мы прошли квалификацию, я все баллы не слышал, первую попытку проехал очень хорошо, пёр на сотку как паровоз. Но в конце что-то маленько пережестил с перекладкой, я перед самым финишем получил разворот, наверное, это будет ноль. А во второй попытке решил без риска проехал, получил свои законные 92 балла, в принципе, очень доволен. Вообще, трасса «Красное кольцо» идеально подходит для любых тренировок, для всех начинающих, профессионалов. На ней есть все конфиги, все доступно, понятно, очень дружелюбная команда. И всем советую сюда приезжать, а для тренировок это лучшее место. Спасибо. Что там? Дрифт! Дрифт!